привет, друзья! С вами Иван Каже. Сегодня у нас будет большой крекерный обзор. Вот в сети Метро продается вот такой вот интересный крекер. Бренд называется Bon Appetit. Здоровенная пачка весом 180 грамм. Обошлись они мне, вот эти соленые, по цене 19 гривен 90 копеек. Это реально халява. Вот если сравнивать со всем известным Туком, где большая пачка имеет вес 100 грамм, вот стоят они сейчас гривен 14-15, если не ошибаюсь, то здесь вот, да, доплатив всего лишь 5 гривен, мы получаем практически в 2 раза больше крекера. Это реально круто, цена просто халява. Надеюсь, он такой же вкусный и ничем не уступает Туку. Сейчас будем пробовать и разбираться. Кстати, насчет других вкусов, то есть в руках я держу соленый, без всяких вкусовых добавок. Цена 19,90, вот, а с вкусовыми добавочками, по-моему, вот я купил, там будет обзор лук, и сметана и лук, или сметана и зелень, что такое, если не ошибаюсь, вот, он стоит на 1 гривну дороже, ну, не знаю, что так, в общем, это не столь важно. Ну, реально, вот именно предложение четкое, согласитесь, за 19,90, да, без 10 копеек, 20 гривен, 180 грамм, вот, крекера, это четко. Если вы любите тук, то, возможно, вы пересядете на этот крекер. Вот, покажу вам пачечку поближе. Вот, ну что ж, давайте заглянем внутрь, как же это все счастье открыть-то. Вот, наверное, вот так вот. Вот. Вот наш крекер. Вот наш крекер. Слушайте, ну, внешне он ничем не отличается от тука, мне кажется. То есть, он сломал уголочек. Вот, вот такая вот печенюшка у нас, вот такой толщины. Вот, вот так выглядит сам крекер. Один в один. Нежный, хрустящий, соленый. Ну, в целом, мне очень нравится. Единственное, я думаю, многие из вас знают мою неприязнь к просто соленым вещам. То есть я люблю там посоленее, поострее, но вот когда я ем чипсы или какие-нибудь снеки, или какие-нибудь печенюхи, да, мне бы хотелось бы, чтобы было бы это все дело с какой-то химичкой, да, с вкусовой добавкой. Будь то паприка, бекон, там, сметана и зелень, краб или что-либо еще, пицца. Вот, лишь бы не грибы. Главное, чтобы не грибы. Вот, ну, вот это, в общем, что я хотел сказать, что вот, да, вкусовой добавочки мне не хватает. Но, я думаю, вот в части крекера, вот, многие любят просто соленые. То есть, да, чипсы соленые любят, просто соленые чипсы любят единицы. Вот, а крекер, конечно же, соленый, я думаю, вот, ну, тут 50 на 50. Я думаю, многие любят соленый, просто соленый крекер. Это уже тук нас приучил, да, к этим вкусовым добавочкам в крекере. Вот так раньше крекер уже всегда был соленый. Ну, отлично. Я действительно не вижу разницы. Мне нравится. Оценку поставлю 4. Даже 4 с плюсом, учитывая его цену, я просто рекомендую вам его попробовать. Думаю, с какой-то вкусовой добавкой, с химичкой будет выше похвал. И учитывая его количество, размер пачки и его цену, это халява. Bon Appetit в Метро. Пойдет. Реально согласен. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать свой краткий обзор. Что еще рассказать, показать, я просто уже напросто не знаю. Я надеюсь, вам понравился этот обзор. Вы поддержите этот видосик лайком. Вот. Также не забывайте писать комментарии. Мне будет приятно с вами пообщаться. Стараюсь по мере возможности всем отвечать. До новых встреч. С вами был Иван Каже. Всем пока.